Так. Небольшое отвлечение. Так, а где? Блять, где этот чел лично ходит? И где его искать, блин? А, может быть, великое ограбление мне сбило этого чела? Мне стоит самому взглянуть, что произошло в банке Вивальди. Ай, блин. Так, нам в таверну не надо. Что у нас по инвентарю? Кстати, надо, да, у нас много всякого мусора, надо от него избавиться. Пойдем, типа, выкладываем его. Потом, наверное, ну, в банк я бы не пошел сразу. Это выглядит как какой-то, опять же, сюжетный квест. Хочется пока по всем остальным квестам побегать. Так, где я? Чем? А, так, во-первых, что это за свиток? Рецепт экстракта Деврие. Так, это надо запомнить. Так, давайте черный порошок, вода какая-то, метеоритные камни всякие. Вот это все нам нахер не надо с собой таскать. Клыки Фледера. А, у нас квест на клыки Фледера, погодите. Чуть не выложил. Так, пока это все тоже выложим. Крафтить мы ничего не будем. Вот эти штуки тоже выложим. Пока я не научился крафтить, что-то не получается. Кузнец меня как-то динамит в этом плане. Окей. Так, а кольца у меня... У меня кольца с какими-то печатками, то есть дома ночи. Серебряное кольцо. Ну, выглядит так, как будто и обычное кольцо, но мало лишь друг. Где-то его можно заюзать. Пока непонятно. Так, у нас какой-то рецепт, кстати, новый. Давайте прочитаем. Экстракт Деврис позволяет видеть спрятавшихся и невидимых врагов. Нифига. Это... Что за враги такие? Этот эликсир позволяет обнаружить любых живых существ, даже если они невидимы. А если под землей сидят? Чтобы приготовить... Считается, что этот эликсир изобрела чародейка Тисая Деврия. Чародейка мастера могла бы по праву гордиться этим сильнодействующим веществом, которое позволяет видеть в темноте и обнаруживать противников даже за стенами. А, за стенами. Я думал, типа, инвизников каких-то. Будешь драться, если смотреть. Забыла. А какое время сейчас? 13:00. Ну ладно, пойдемте к банку, просто посмотрим, что там. Я думаю, там никакого прям сильно квестового ничего не будет. Чисто посмотрим там. Может быть, кстати, знаете... Блин. Ну ладно. А, кстати, мы в эти ворота не можем выйти случайно? Они не рабочие, я думаю, да? А мы вроде пытались уже даже. Да, заперто. Так, ну пойдемте к банку, ладно. Глянем, что там быстренько. Никто не звал. Блин, опять дождик. Все подторговцы попрятались. Интересная механика, то, что во время дождя люди прячутся под крыши. Причем люди прячутся. Ой. А страж не прячется. Этот чертов банк захватили. Кто? Странно, не подумал бы, что Зигфрид упустит такую возможность. Рад тебя видеть, Геральт. Нам нужна помощь. Вооруженный отряд захватил банк. Они взяли заложников. Подождем Зигфрида. А почему бы не подождать Зигфрида? В чем проблема? Подождем Зигфрида. Кажется, вот и он. Как раз вовремя. Простите, что опоздал. Я собирал отряд для штурма. Приветствую, Зигфрид. А может, переговоры? Клянусь вечным огнем, самое время! Как мы попадем внутрь? Пока тебя не было, нам удалось раздобыть ключ от ратуши. Мы нападем неожиданно, с черного хода. Я думал, мы будем вести переговоры. Не хочу, чтобы во время переговоров мне стрелу в глаз пустили. Выходим, как только будешь готов. Готов. О! Чел, здорово! Нам нужно подкрепление. Этот... А, это Виллерат и пыл, лол. Чел, блин, у меня контракт на Фледеров, прими. Дверь в банк. Все, мы, может, в тупую зайдем?
хотя бы глянем, кто там. В окна не видно, окна непрозрачные, заперты, они заперлись, жесть. А что вы тут делаете? Так, а что? Блин, что мне надо делать? Зигфрид ждет меня у входа в банк, окей, с Зигфридом поговорить. Мы войдем через черный вход ратуши. Готов, ведьмак? Готов. Идем. Идем. А, мы проникаем в банк через черный вход, сначала нужно пройти через ратушу. Мы вдвоем пойдем? Ну, я подозреваю, либо там саламендры. Вот, там уже кто-то стоит на входе. Либо Скайтейл. Мы вошли, вперед! Там, по-моему, с углу. Да, Скайтейл. Запылающую розу! Я думал, мы будем вести переговоры. Переговоры? С террористами? Ни за что. Блойды тхойны! Да короче, нахер эльфов. В атаку! Как будто они что-то новое придумали. Будто с ними можно договориться. Как будто они такие сейчас... Ща мы с тобой будем договариваться, ага. Так и поверил эльфам. Чё с лицом эльфа? Как вам мой игний? Понравился? 4 уровня, между прочим. Чуваки, погодите. Срочный лутинг. Блин, я не продал, я мимо торговца пробежал. Там торговец такой отстойный. Вот в храмовом квартале торговец прям такой крутой, мимо него всегда пробегаешь, вспоминаешь то, что продать надо. А тут, блин, он стоит где-то спрятавшись. Хрен вспомнишь, что надо кого-то там, кому-то что-то продавать. Что, заходим? Меня убили или что? У меня все потемнело. Нет возможности жить вместе. Сотни лет нам не удавалось договориться. А всю эту пролитую кровь никто не забудет и не простит. Речь идет о выживании. Как хорошо, что чуваки стоят и ждут, или мы. Пока мы поговорим. Зигфрид. К хранилищу! Недовольные, но ждут. Пока не поздно. Блин, какой же крутой радиус у этого игня. Там лучники? Так, лучники, блядь. Ну-ка, нате вам. Там охренели. Ага. Стоять, 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 погодите. Я могу... Меня встань, застанили, по-моему. Вот эту штуку. Пей, пей, блядь, ведьмак встань, стоит. Может быть, суки убили. А кто меня убил? Кто такой стан дал? У них же магов нету, алло. Кто у них умеет станить, я не понял. Чем они меня оглушили? Чем? Блин, мне сейчас заново лутать. А, меня сохранили. Это вот, блин, диалог. Диалог, отстань. Так, ладно, давайте выпьем ласточку. Давайте избавимся от лучников. Так, чуваки, а вы все меня хотите бить, да? Может быть, не все будете меня бить? Давайте вот этого чувака потом можно убить побыстрее, чтобы нас все не били. Зигфрид там по чуть-чуть помог. Так, давайте эту штуку бахнем. Чтобы отхилиться хотя бы чуть-чуть. И еще один игни. Бам. А, да? Два игния все сдохли? Чё говоришь, неплохо? Согласен. О, банкир. Живой? Вставай давай. Чё разлёгся? Ну, если я мой игни не задел. Опачки. Ну, я подозреваю, это дороже, чем топор стоит. Хотя, блин, это эльфийская пушка. Тут у них дорогие пушки. Уборщица. У них денег там ни хрена нету. Какие у них, блин, дорогие... О, можно сюда зайти? Ну-ка, блин. Годить. Кажется, у меня начинается тридамский синдром. О, тридамский? Три дамы? Что? О, еще один эльф. Ты убивал эльфов. Да ты что? Убивал наш народ. Зачем? Твой народ нападал на меня. Успокойся. А это Ейвин. Нет, Тойна. Ты сделал свой выбор, когда поднял на нас оружие. Схватить его! Да, блин. Геральт, ты принял правильное решение. Орден Пылающей Розы отблагодарит тебя.
Зигфрид, ты что здесь делаешь? Тебе не стоило. Кое-что изменилось. Нет времени объяснять. Он провести кайф. Еевин. Еевин сбежал в канализацию. Что, мы за ним в канализацию попёмся? Так, мне не тот меч. Погодите. Раз, Еевин. Ну, погодите, мне... я забыл. Филин. Нет, давайте вот, пока... Давайте на воде поживем. До филина пока еще рано. Я сейчас их... За двух этих их сожжем. Нет? Тут у нас круговой стиль супер сильный. Ой, хп кончилось. Я без ласточки бегаю, без филина, да? Да я, блин. Ну, какой-то жесткий бой, блин, начался. Я не хотел, хотел там по квестикам побегать, по мирным. Так, что вообще на нас есть? У нас вообще ни ласточки, ни хрена реально нету. Погодите, а что у нас? Благословение воды? Ого. Знак Акси, Акси, блин, Акси вообще не знаю. Блин, кстати, не, у меня была ласточка, все. Нормально, так, давайте филина все-таки выпьем. Так уж и быть. Так-то мы скипнем. Пока второго тоже надо скипнуть. Если бы у тебя были яйца, ты бы их лишился. О, ладно, первый поджог. Сейчас второй раз подождем. Главное, чтобы они покучнее стали. Сейчас кучненько их всех подъем. У нас групповой стиль прокачанный. Да бей в групповом стиле, мало. Видит маг, блядь. Хильса. Токсичность, ой. Зеленая полоса показывает, как много вы набрали токсичности. Почти все эликсиры ядовиты. Избыточная токсичность вызывает отрицательное воздействие и даже может привести к смерти. Можно уменьшить, отдыхая и выпивая очищающие эликсиры. Перепили. Не сработало? Так, я умираю. Погодите. Где мой филин? Чего филин не работает? Почему у меня Игни до сих пор недоступен? Там Зигфрид, по-моему, грохнули, что? А, нет, вон он бегает. Все? Блин, ну типа крепче оказались. Им 4 Игни понадобилось где-то. Так, лутан. О, это интересно, это дороже стоит? Мне кажется, нет. Блин, тут столько лута можно продать, блин. Но нету карманов. Ведьмак, блин, ну зубы возьми, я не знаю, что ли. О, чуть не то залутал. А, столько лута пропадает. Ну, вроде все. Так, ну сердце бьется, потому что хп мало, потому что токсичности много. А потом у нас дохрена. Банкир. Я всегда был за равные права. Мертвый рыцарь. О, боевой молот ордена. 6.13. Звучит как какая-то херотень полнейшая. Ну, выглядит прикольно. Чисто ради визуала, я бы на него посмотрел, ну-ка. Колотушка такая, да? Окей, я не понимаю, мы все или не все? А что дальше-то? Че мы стоим-то? Че ждем? Поговорить кажется, надо? У меня начинается тридамский синдром. Тут закрыто, как бы, канализацию. А, или нет? Это проход? Спуск. Да, это спуск канализации, окей. Вижу. Так, и где мы? Мы, кстати, в канализации не были еще. Это. А, это та же самая, походу. Фига, тут. Ну это эльфские руины, я так понимаю, да? Куда ты? Чел, блин. А если сверху лут остался? Вечный огонь ведет меня. Тоже прыгай. Нужно спешить. В смысле он уже тут? То есть мы прыгнули, а этот чел как сюда попал? Ты мне типа дорогу обратно. Ууу, нихрена там. Куда я ввязался? Давайте загрузимся, где мы еще этот квест не начали делать. У меня там другие планы немного были. С другой стороны, мне этот отрезан. Велерат, которому надо квест сдать. Так, а тут какая-то многоэтажечка, или мне кажется. Альп. О, вампиры. А мы же на одной стороне, не? Или мы только с теми вампирами на одной стороне? Скайтель. А. Кого же мне выбрать? Так, Альп, давай отойди, отъезжай. И чё? Почему мы не можем ударить Альпа? О, пошли удары. Все, минус Альп. Ооо, сколько тут лутика. Останок из Альпа.
Клык... О, клык Альпа, мы сейчас эту зубочистую отнесем. О, еще одна зелья. Это нам надо, это нам надо. Рунный камень бот. Блин, надо как-то... Блин, столько камней дает, я не умею им пользоваться. О, ласточка. Еще для крафта штуки. Ремень, чтобы костер развести, да? Круг на игни... Ой, если мы сейчас еще игни бафнем, который у нас и так как бы вкачан, мы сейчас такими сильными станем. Да, мощь игни на 50%. У-у-у, держитесь, котель, пизда вам. Ой, а, ну, Финланд, ты один. Блять, случайно нажал. Пол хп снял, нормально, типа. Вторым мы бы добили уже. Что-то я не могу его ударить, не понимаю, почему. У меня ведьмак бить разучился. Глупый ведьмак, блин. О, колечко. Блин, ну, короче, я понял. Это бесполезные кольца. Они в большом количестве встречаются. Так куда ты убираешь? Вон еще куча скайтелей. Сохранимся, давайте. Все, заново не перелутывай. Бам. Тони? Кого ненавидит? Какого еще Тони? Так, давайте. О, как вас много. Блин, я застрял. Кстати, немного побегаем, поагрим. Еще кого-нибудь. Зигфрид умер или что? Где он? А, вон он сражается. Что-то они не хотят звук убирать. Они меня парируют или что? Я не понимаю. Чел стоит АФК, я не понимаю, что происходит. Почему я не могу, блядь, их ударить? Это пиздец. Кажется, он сбежал. Но да мы кто прогнали он? Его из банка. Спасибо за помощь. Как я могу тебе помочь? В другой раз. Ты знаешь, где меня найти? В канализации? Вивальди должен узнать о бегстве Ейвина. А Вивальди это зачем? Он же не владелец банка больше, разве нет? Или я что-то не знаю? Или он меня обдурил? Сказал, что банк не принадлежит ни ему. Для нас 5400 денег уже откуда-то. А что, мы всех убили, что ли, реально? Место силы. Ритуал магии. Забафались. Труп. Ейвин. Паста. Берем пасту. Это выход просто, я так понимаю. Мышь куда-то прилетели. Раненый Зигфрид. А, тут еще канализации можно побегать, да? Утопцы всяких полутать. А это куда решетка? Может быть, связана какая-нибудь решетка с этими частью, не? Может такого быть? Ну, блин, страшно. Давайте, короче... Короче, не хочется идти куда-то далеко. А вдруг можно сюда пройти? Давайте проверим. Закрыто, пожалуйста. Заперт. Фух, все, не хотел туда идти. Слишком лениво. Так, что-то талисман трясется мой. А врагов я не вижу. А, вот вижу. Блин, топит, серьезно. Ваншот? До этого не достал, походу. Ну? Ну? Ну что? Вот что происходит? Не понимаю, почему такое вот? Вот что происходит, походу. Блин, я застрял еще. Понял вас. Так. Оказывается, сзади меня опять утопцев было. Дали меня взад, сволочи. Дарить не дают. Так, там бочечка. Еще миллиард утопцев на агрим ради какой-то бочечки. А тут какатриксов нету, мне нужны какатриксы. Опа-да, обхитрил глупых утопцев. Они сверху, а я снизу уже. Где третий? Давайте третий, четвертый. Чё с лицом? Даже лутать вас не хочу. Даже лутать вас не буду. Двустрел. Двустрел нам нужны. Двустрелы позволяют крафтить. Ну, короче, зелье Рафида... как его там? Ну, короче, вот это вот зелье суперское. Рафарда. Рафард белый. Оно примерно такое же, как и в третьей части. Ничего не поменялось. Как было имбой, так и осталось. Не опять пихают или что? А теперь... Нет.
Меня сейчас 5 миллионов утопцев не бьет. Почему меня Геральт, блядь, не может ударить по утопцу, я не понимаю. Тупость какая-то. Так, тут костер. Это не то же самое место, просто похожее, да? Да, тот же самый шаблон, как бы. Немного с другими этими переходами. Так, нам туда. Вообще сюда, в принципе, не надо было. Я просто так сюда пошел. Просто посмотреть, что тут. Может быть, как Атрикса бы встретил. Как Атрикса я бы не отказался. Так, это, я так понимаю, выход уже, да? Ну-ка. Выход, да. Погнали на выход. Ключ от канализации в купеческом квартале. А, мы сюда попасть и не могли, окей. Тогда ничего страшного, что мы тут раньше не походили. Так, решеточка, а там этот трупик, да, этих? Нет. И ладно. Не очень-то и хотелось. Так, выходим. А что тут у нас? Мы вышли, да? Блин, у меня сердце бьется из-за токсичности. Бесит. Да, я видел, типа, эту дверь в канализацию, но мы так ни разу не воспользовались. А тут, по-моему, еще, кстати, где-то одна была, не? А, кстати, когда мне в этот заплатит? Королева ночи. Где мои проценты, я не понял. Погоди, тут статуя. Интересная. Это Мелители? Дева, мать и старуха? Судя по всему. Вот эти штуки для узников. Так, нам направо, потом налево. Кстати, эти штуки до сих пор... Они, кстати, до конца игры будут тележки стоять, перекрывая улицы. Или нам все-таки дадут там ходить. Так, нам на самый верх, вон в тот дом. Ну, я не знаю, либо... ЧХС, они будут мне процент давать или это так? Чисто для галочки сказано. Или это типа... Да нет, мы же договорились на какой-то процент, разве нет? Ты... Сволочь, блин. Надо было убить ее. Окей, тогда нам... А, Велерат, может быть, сейчас отступим. Пойдемте посмотрим. Нам надо с Вивальди поговорить. О его банке, но потом поговорим. Хочу сдать квест. Так, погодите. А, надо было раньше его знать, то, что он играет в кости. Мне кажется, мы тут столько раз с ним переиграли. То, что мы тут довольно много бегали мимо него, но не знали то, что он в кости играет. Так, у нас две пары. У чувака сетик. Это очень плохо, но у нас... Короче, нам критично сет найти. Надо шестерку искать. Алинский. ГГ. Ладно, мы его заманивали в ловушку, чтобы побольше денег с него содрать. Тот уже банк, нормально. Надо было все-таки, наверное... Хотя, блин, 1/3, это такой маленький шанс еще. 5-5. У него 4-5. У меня ничего нету. А ставку он уже большую поставил в первом раунде. Так, у меня сетик. У тебя что? Блять, он ищет стрит. И он его... Нет, не нашел. Ему двойка нужна была. Ух. Ему двойка же, да? У него 2, 3, 4, 5, да. Ему надо было... Двойка, не единица. Так, у нас что тут? 1, 2... Блин, я не буду искать. Нет, нет, у меня ничего, я ищу шестерки. Две пары, мы ищем сет. У него 2, 6. Блин, а, кстати, у него шестерки тоже есть. Мы ищем сет, нам нужен сет. Только сетом выиграем. Если он... Так, еще один... Блядь, две пары, но у меня... Хуже. Блин, у меня хуже пара. Да, у меня хуже, сука, сволочь. Минус 1000, скотина, блин. Ладно, мы потом отыграемся. Да где, блин, Велерада носит? Вечно ему квест не могу стать. Так, оружейник.
Ну-ка покупай для меня мечи. 50, жесть. 80, ни хрена себе, пал. 1500 выкупать ее стоит, охренеть. Церемониальный меч из 9. Блин, там столько этих мечей, чел, блин. Если бы у меня были карманы. Если бы у меня только были карманы. Блин, надо с кузнецом разобраться. Ну, блин, у меня столько камней всяких. А я не могу, блин, повесить ничего. Потому что не знаю, как, блин, повесить. Мне не придется сад поливать. Я не знаю, где брать другие серебряные мечи. Ну нахрен. Зато сад не надо поливать. Прекрасно. В этом бардаке еще только ведьмака не хватало. Они внутри могут быть, интересно, кузнец. А, стоп, это кузня? Стоп, может быть... А, стоп, может мы не с тем кузнецом говорили? Может тут есть нормальный кузнец какой-то? Мы тут вообще были в этом здании? Ого, так, еще 40. Нет, нет, кузнеца. Ого, погодите, плюс деньги. Да, деньги залутали. Я бы не просто так пришли. Блин, а где кузнеца искать? Грёбаный дождь. Конечно, это прикольная механика, но опять же, спорная. Типа, у меня все торговцы, блин, из-за этого дождя разбегались. Где мне их искать? Ай, блинский двор. О, стоять, кузнец пришел. Не взгляд. Запросто. Но... Стоп, чел, я уже платил камень, алло. Или он мне его вернул? Мы же ему давали камень, погодите. Давай, а золотом, если... Это с... Чем могу помочь? Я хочу... подарок, да. Да ты охуел. И он ничего не делает нам при этом. Ты же нихуя не умеешь. О, у него, кстати, стальной ведьмачий меч. Так это то, что мы ему продали, лол. Мы ему и вот это сейчас продадим. Как мне осталось времени улучшить серебряный меч мой? Что толку, блин? У меня есть... Вот зеленый камень, рунный камень Бода. Временно придет... А, это временное. И он меня заскамил на кольцо? Сволочь, кольцо верни. Блять, какой-то скамер, а не кузнец. Ушел он в жопу. Короче, с ним больше не общаюсь. Охреневший какой-то с ним кузнец. Тебя сюда никто не звал, беловолосый. Короче, надо найти нормального кузнеца, а не этого. Будет очень грязно. Что, у меня куча руных камней. Может мне... А, может мне вообще... Не, я же не могу в первую локацию вернуться. Или могу? Не, мы попали через тюрьму, такое ощущение, что первую локацию прям отрезали от нас максимально. Мерзкий денек. Так, ну давайте кольца, ладно, этим вытащим. Выглядит как лоховские кольца. Так, ремень, мясо виверны пока не надо. Но я думаю, нам они в принципе уже больше мяса виверны не понадобится. Мало ли. Окей. Так, что инвентарь, это хорошо. А, вот эти штуки давайте же повыкидываем. Клыки. А, о, клыка альпа сейчас отнесем. Точно, я забыл уже про него. О, эти кикиморы. Кикиморы, это кто? Нам не нужна кикимора. Мы уже сделали квест на нее. Но они, я думаю, еще скопятся. От перо. А, какатрикс мы, блин, ищем какатрикса. Соль какая-то, блин. А, не знаю, столько всего. Короче, все остальное плюс-минус нужно. Окей, пускай, ладно, так будет пока. Пойдемте зуб, 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 зуб. Пока не забыл про него. Зуб, зуб, зуб. Зуб. Надо сейчас его отложить, наверное. А то я опять забуду про него.
А, в смысле не могу. Там не все выбрано. Так, нам нужен портал Трис. Мы сейчас тпшнемся на портал Калькштейна, и оттуда, наверное, бежим. Или это дольше? Дальше, точнее. То есть мы здесь сейчас повернем налево. Да вообще без разницы, наверное. С таким вооружением я бы держал. А, и, наверное, на болото сейчас пойдем. Да, сейчас точно надо на болото идти, на самом деле. Короче, сдаем зуб, идем на болото. Так, где портал? Тоже через портал, я думаю, пройдем. А где мы еще не были на болотах? На болоте мы не были в... У друидов, во-первых. Во-вторых, у топористов. В-третьих... Так, блядь, отвали от меня. Она спасла мне жизнь. Если бы не Трис, я бы, скорее всего, был уже мертв. Кроме того, мы друзья. Хм. Значит, я у нее в долгу. Но знай, ведьмак, если ты лжешь, ты узнаешь, что я могу быть не только добренькой. Ой-ой-ой, с какой стороны? И что ты сделаешь, и ведьмаку? Так что привело тебя сюда? Знай, эта ведьма пытается похитить одного из моих пациентов, мальчика по имени Альвин. Даже если опустить тот факт, что я несу за него ответственность, то что эта ведьма знает о воспитании детей? Всем известно, что своих детей у нее быть не может. К тому же она постоянно болтает что-то об истоках и тому подобных вещах. Я не допущу, чтобы она наложила свои грязные лапы на этого ребенка. Ты с ней знаком? Объясни ей, что Альвин останется со мной. Я... Хорошо, я попробую. Нет, я тебе объясню, что Альвин останется с Трис. Вы просто поговорили и пришли к согласию. Проще или нет, ты ее... То, что воспитание магических детей, у тебя опыта, я подозреваю, что тоже нет. Потому что обычные люди как-то рожать магических детей не умеют. Шайни хочет, чтобы я привел ребенка к ней. Да, конечно, блядь. Магического ребенка я сейчас поведу, блядь, обычной тянки. Ага. Как скажешь. Эксперт, блин, внезапно по воспитанию детей выявился. Так, где мой дантист? Так, и где? Действительно, где? Ну, подозреваю, что он на работе, да? Только не знаю, где он работает. Пойдемте ночь тогда сделаем в таком случае. Платят за такую работу. Где они меня похоронят? Я ухожу отсюда.